Добрый день, это программа «В центре внимания». Детский караоке-конкурс «Звездочка», который проходит, который организован, вернее, первым областным каналом, информационным агентством «Порт-Амур», газетами «Амурская правда» и «Московский комсомолец» на Амуре, не так давно стал по-настоящему звездным. Свою лепту в этот конкурс, свое слово внесла певица Валерия, российская певица. Как и при каких обстоятельствах это произошло, сегодня попробуем выяснить. Сегодня у меня в гостях участница детского караоке-конкурса «Звездочка» Юлия Кухаренко и ее мама Ольга Кухаренко. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как так вышло? Я понимаю, что там не грандиозные какие-то слова, да, певица сказала, но все-таки, как так получилось? Но мы приняли участие в этом конкурсе, и поскольку хотели бы, чтобы за нас проголосовало как можно больше друзей, знакомых, вот и наш папа очень хотел поделиться своей гордостью, он обратился к певице Валерии с просьбой проголосовать, оценить талант, вокальный талант нашей дочери, и написал ей в Твиттере, дал ей ссылку в Твиттере на номер Юлии. Ну, она абсолютно правильно поступила, сказав, что девочка замечательная, но голосовать я не могу, потому что мне надо оценить других исполнителей, ну, что вполне понятно. Вот так уже приятно. Соцсети вы привлекли, да? Да, да. Мама, папа активно увлекаются общением в соцсетях. Понятно. У нас есть видео о том, что это было за песня, что это было за выступление. Сейчас мы попросим, чтобы нам его немножечко показали, да? Юля, вы была единственная исполнительница, которая спела свою песню на иностранном языке, да? Да. Вот давайте мы сейчас немножечко видим. Язык этот французский. Да. Угу. Почему выбор пал вот на иностранный язык? Ну, потому что я уже 3 года изучаю французский язык, и мне он очень нравится и кажется очень красивым, и поэтому я решила петь песню именно на французском языке. Угу. Ну, любой вопрос, который возникает, наверное, у зрителей, да, и у взрослых, ребенок, который поет на иностранном языке, понимает ли, о чем песня? О чем песня твоя была? Ну, моя песня о любви к папе. Девочка поет о том, как она любит очень своего папу и хочет, чтобы он больше проводил с ней время, как общался, ну, как она его любит. Угу. Как правильно песня называется? Если бы только он скучал по мне. Да? Как готовились к выступлению? Пели дома, с мамой пели, с папой пели, кому пели? Я пела как маме, потому что она именно со мной разучивала эту песню. И я пела маме, в общем, да, вот, и я пела маме, потому что она со мной разучивала эту песню, и мне было как проще смотреть на маму, вот, в этот момент, когда я пою. Угу. Ну, мы видим там, на видео у нас была замечательная картинка, где мама под сценой помогала. Что вы там вот ей помогали? Ну, дело в том, что я пыталась на расстоянии поддержать и подсказать, так сказать, слова. Вернее, не подсказать, а вот передать ей вот так вот слова, и чтобы она их не забыла. Но Юля собралась на все 100% и оправдала следовала всем моим советам. То есть она и улыбалась, и не забыла, совершенно не забыла слова. Произношение у нее было отличным. И, в общем, она нас порадовала. Я думаю, что это очень важно, собственно, для участия в таком конкурсе. Вот да, произношение вы оценивали как мама или как педагог? Как педагог. Как педагог. Естественно, как педагог. Но дело в том, что дети, они вообще, когда начинают рано изучать иностранный язык, им очень легко имитировать звуки. Ну, мы начали 3 года назад, и у Юли, в принципе, хорошо получается, что меня очень радует. И вот она с легкостью имитировала, приближена была, так сказать, к оригиналу. Естественно, есть акцент, что отмечают наши друзья французские, прослушав эту песню. Вот. Но это очень такой милый акцент, как они говорят, который придает только шарм песне. Угу. Ну, она еще молода. Да, да. Достигнет совершенства. Вот вы вспомнили про своих французских друзей. Насколько вот мне известно, вы подключили и Францию тоже.
голосование. Но дело в том, что не только даже и Францию, честно говоря. Ну, хотелось, во-первых, хотелось поделиться, ну, вот таким вот событием в нашей жизни, принятие участия в таком вот конкурсе областного характера, уровня. Затем хотелось просто, ну, вот лишний привет передать, да, вот такой музыкальный друзьям. Поэтому, да, я обратилась к друзьям, коллегам, говорящим по-французски. Это французы, это даже испанцы, коллеги, преподаватели французского, даже из Бразилии за нас проголосовали, из Индонезии, самые разные. И вот, вот так вот просто обратилась, сказала, вот, вот вам дочь моя поет, послушайте, если хотите, проголосуйте. И дала ссылку на сайт Порт-Амура. Напоминаю, всем проголосовать можно, да, на сайте portamur.ru, там видео-версия выступлений всех участников выложена. Если попадете в финал, Юля, на каком языке будешь петь в финале? Ну, я думаю, что уже на русском языке, вот, потому что на французском я уже спела, хочу теперь как порадовать зрителей на русском языке, вот. Как принимала вас публика? Вот вы были в зале. Ну, так сказать, да. Публика принимала очень хорошо. У нас была не слишком большая группа поддержки. Были наши друзья, подруга Юли, подруга моя. Вот, наша семья была. Но было приятно, что аплодировали нам все, собственно. И приняли нас очень хорошо. И до сих пор мы получаем комплименты со стороны друзей, которые нас смотрят в интернете. И это очень приятно. Участники выступали... Еще несколько, да? Юля, были достойные тебе соперники, конкуренты? Кто тебе понравился? Ну, да, мне понравилась вот последняя участница. Ну, она со мной как тоже ходит в вокальную студию. Вот, и она тоже ну, красиво поет. И она была как достойным соперником мне. Ну, как зовут? Мария Шуляк. Угу. А маме кто понравился? Очень, очень красиво пели. Мне понравились, ну, я сказала бы даже, что мне все понравились, потому что я очень люблю детское творчество. Детишки настолько умилительно все пели. И действительно, мне очень понравилась первая участница, к сожалению, не помню имя, но вот песня про дедушку, хорошая песня. И Маша Шуляк, очень красивая песня, я с удовольствием тоже подпевала. Не только своей дочери, но и тем участницам, которые, песни которых я знала. Вот, там и про Машу песня была, и «Улыбка», девочка из Константиновки, просто... Очень хорошо пела, ее, была, ее поддерживали очень красиво, вся семья. В общем, у вас конкуренция. Ну, она есть, это неизбежно, но тем не менее мы рады, что мы приняли участие. И мы жалко, что приходится выбирать из вот всех... Всех бы оставили, да? Да, кого-то одного, ну вот так, конкурс есть конкурс. А как вы отважились вообще? Вот, вы достаточно известные люди, и вы, и супруг ваш, да? Все-таки... Вот своего ребенка, да, куда-то продвинуть. Может быть, кто-то что-то скажет, да, не очень хорошее. Вот это же все равно нужно было принять какое-то решение, да? Как вы вот пошли к тому, пришли к тому, что чтобы... Я ее на все конкурсы, какие только я знаю и чувствую, что мы в силах, стараюсь вот на все конкурсы ее, так сказать, вот... Отправлять, да, потому что это, во-первых, она поет уже давно на сцене, мы вот в вокальную студию ходим, и нам не составляло большого труда выйти на этот конкурс, потому что она держится на сцене хорошо, и мы отпуск, время немного свободного, лето, солнышко, и нам очень хотелось просто выйти и спеть, и показать себя. Вообще, мне кажется, получили колоссальное удовольствие всей семьей, да? Да, да. Нам во-первых, очень... выступление, голосование, видеоверсия. Да, память очень хорошая, и вот мы обязательно сохраним себе видеоверсию этого конкурса, как бы, каким бы ни был результат итоговый. Юля, а что вот для тебя лично вот дает участие в конкурсе? Ведь все-таки это как бы напряжение какое-то внутреннее, да, перед тем, как вот выйти? Ну, или опыт какой-то? Во-первых, мне очень нравится петь на сцене, и не только. И поскольку я занимаюсь вокалом и французским языком, вот мне это как все помогло спеть красиво, выйти и не волноваться. То есть тебе было легко? Да. Очень хорошо. Я желаю вам удачи в этом конкурсе, во всех последующих. Я вам открою тайну. Вот на сегодня, на данный момент голосования у вас 2220 проголосовавших, да, и рейтинг 3.17. Очень приятно. Следующий после вас 3.02.
Да. Ну, вот, будем надеяться, что мы останемся. Хотя мы желаем удачи, конечно, всем. Следите за голосованием. Да, телезрителям нашим, я напоминаю, в гостях у меня была участница детского караоке-конкурса «Звездочка». Он проходит в городском парке в 4 часа каждую субботу. Приходите, смотрите. Потом на сайте «Порт Амур» обязательно голосуйте за тех исполнителей, которые вам вот пришлись по душе и которые вам понравились. Благодарю всех за внимание и до встречи.